Жалобы на разбитые тротуары или их полное отсутствие на сегодняшний день занимают не последнее место среди обращений граждан Зарайского городского округа. В апреле этого года глава Виктор Петрущенко провел рабочий объезд, что еще раз подтвердило, проблема есть, решаться будет, но не так быстро, как хотелось бы. А пока дорожные службы поддерживают порядок тротуаров ежедневной уборкой и периодическим мытьем. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «КВАН», Зарайское кабельное телевидение.